Людей вокруг мало. Работать не с кем, одни кретины. Оттого и бардак в стране. Ты думаешь, тот беспредел, что по России гуляет, в нем я виноват? Хрен в стакан. Это все от той гнили, что наверху. От тех сытых и толстых пидоров, которые никогда не знали, что значит жить плохо, бедно. А я из сирот. Я знаю, что такое жизнь. Я знаю людей. В наше время, Сережа, можно украсть велосипед и все здоровье отдать в тюрьме. А можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды. Это я тебе конкретно говорю.